Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Остров собак. История 12-летнего мальчика Атари Кабаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кабаяши. Когда по указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Хроники хищных городов. Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Первому игроку приготовиться. Недалекое будущее, энергетический кризис в разгаре, половина населения Земли на грани выживания. При такой удручающей реальности виртуальное пространство – единственный достойный выход. Восстание. Меч короля Артура. Сюжет фильма повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. «Звездные войны. Изгой». Фильм рассказывает о группе повстанцев, планирующих выкрасть чертежи Звезды Смерти, мощнейшей боевой станции Империи, способной распылять целые планеты. Союзники. 1942 год. Во время опасной миссии в Северной Африке разведчик Макс встречает участницу сопротивления Марианну. Их чувствам суждено подвергнуться тысяче испытаний, главным из которых – станет испытание правдой.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!